заведения. Всего у нас выпускников 35 человек. У нас сегодня день особенный и радостно, и грустно нам слегка. Мы собрались торжественно сегодня на праздник выпускника. С поздравительным словом обращается к вам заведующий филиалом Татьяна Николаевна Яковлева. Это группа 343 и группа 342. Я поздравляю вас, потому что очередной этап в вашем жизненном пути окончен. Мне хочется пожелать вам, чтобы в дальнейшем в вашей жизни вам всегда сопутствовала удача, чтобы те знания, те навыки, тот жизненный опыт, который вы приобрели в стенах нашего учебного заведения, вам по жизни помогал, и чтобы все у вас в жизни получалось. Немножко грустно, но мы надеемся, что у вас все получится, и вы будете помнить вот то время, которое вы провели здесь, с легким сердцем и с добрыми мыслями. Добрый путь, ребят! Спасибо! Сегодня мы хотим отметить некоторых выпускников грамоты. Грамотой награждается обучающийся группы 343 Смолитовец Евгений Олегович. За хорошую службу от Евгения грамотой награждается выпускник 343 группы Лаков Максим Русланович. Тихо! Thank you.
документов Закач Марина Викторовна, выпускница 342 группы, и Алексеева Оксана Алексеевна.